Настоящий Новый год приходит, когда елка наряжена. В преддверии самого главного праздника в году Анапа продолжает одеваться в яркие новогодние краски. На главной площади курорта к празднику почти все готово. Елку на площади украшают игрушками, шарами, гирляндами. Высота праздничного дерева 21 метр. Собрана она из более чем 2000 веток повышенной пушистости. Установлено 18 горизонтальных гирлянд и 41 вертикальная. Алексей Краснюк, руководитель предприятия «Ремстрой», подчеркнул, праздничная елка полностью будет готова 10 декабря и создаст праздничную атмосферу. Работы у нас начались с 1 декабря, закончится работа 10 декабря. С 1 декабря по 4 декабря производились монтажные работы, елка собрана в полном объеме. С 4 по 7 число занимаемся украшением елки, установкой гирлянд. 10 числа елка будет у нас работать в полную силу. Елка еще не совсем готова, но на площади уже собираются зрители посмотреть на главную красавицу предстоящего праздника. Елка даже без игрушек красивая, веточки уложены ровно и густо. Проходя мимо нее, чувствуется волшебство новогодней ночи. И новогоднее настроение, как по волшебству, пришло само. Как всегда, замечательно. Она прям радует и создает праздничное настроение. Уже прям запасаемся мандаринами, подарками и хорошим настроением. Когда увидела, очень обрадовалась. Наконец-то Новый год. А как вы готовитесь к Новому году? Ну вот, покупай подарки. Большая, красивая, скоро будет нарядная. Приеду, когда будет нарядная. Что будешь делать? Смотреть. Нравится, потому что Дед Мороз ложит под ним подарки. Буду делать всякие вкусности, ложит на елку шарики надевать. Играть снежки. Работники, по всей видимости, городской администрации собирают елку. Но у меня это, конечно, как-то впечатлило. Хотелось бы ее посмотреть, когда она уже будет готова, в вечернем свете. Накануне новогодних праздников каждый человек ждет чуда. И хорошо, когда это ожидание сопровождается нарядным украшением города в новом году.